Всем привет! Мы начинаем новогодние игры, зимние игры. Как называется это еще? Короче, не кидайте еще. Такие сказочные игры тоже, они относятся к этому всему. Обычно у многих ассоциируются с этим Гарри Поттер, в частности, у меня и у очень большого количества людей ассоциируются с Новым годом, поэтому третья часть. Почему третья часть? Потому что первая, вторая уже пройдены, и повторяться мы не будем. Погнали дальше, собственно, вот. Что у нас? Новая игра, в принципе. Сколько она проходит, я не смотрел, но могу сейчас глянуть. Давайте гляну. По-моему, она там часов за 10 проходит, если я правильно помню. Прям быстренько гляну, давайте-ка. Вот. Раскабан. Вот тут надо немножко убрать широкоформат на это разрешение, потому что я искал фигню, но не нашел. Бля. Как он пишется? А. Окей. За сколько? Проходится. Пока музыку слушаем, в принципе. Вот, вижу. Да, быстро довольно-таки. 8 часов. То есть примерно будет столько частей будет, наверное. Окей, даже меньше, наверное, 7 будет где-то. Скорее всего, если судить по амнезии, которую я прошел, на самом деле уже просто она выйдет после 20 января где-то там, не знаю точно. Там оттуда еще не записал, очевидно, мне кажется. Окей, ладно, погнали, в принципе, все. 8 часов и проходит эта игра. Главное, чтобы она не вылетела, потому что я это еще не настраивал, ничего. Так, ну здесь пока все готово. Скриншот работает? Скриншот работает, отлично. Поэтому готовьтесь, их будет много, наверное. Здесь написано, что из тюрьмы Азкабан бежал Сириус Блэк. Оттуда еще никто и никогда не убегал. 12 лет назад Блэк убил 13 человек одним единственным проклятием. Ну, в Хогвартсе это нам точно ничего не грозит. Гарри, в чем дело? Рон, вчера вечером я слышал, как твой папа говорил о Сириусе Блэке. В Министерстве магии думают, что он охотится за мной. Блэк сбежал, чтобы добраться до тебя? О, Гарри, тебе нужно вести себя очень осторожно. Не ищи неприятностей на свою голову. Я никогда не ищу неприятностей. Они находят меня совершенно самостоятельно. Но его же обязательно поймают, правда ведь? Ну, в смысле, его же ищут еще и маглы. Короста, вернись! Ты что, не в состоянии уследить за своим чудовищем? Успокойся, Рон! Ты же не хочешь разбудить профессора Люпина? Просто с нихуя, просто не история начинается как-то. Мы поможем тебе найти Короста. Очень хорошо. Вступления никакого нет. Это не очень. Ох, вот невезуха. Ну и где нам теперь искать Короста? Еба чувствительный. После зрения сразу хуя. Нет, нельзя. Ладно. Так, погодите, что-то слишком медленная чувствительность. Где? Что это? Каких паролей? Ага. Так, где тут? Чувствительность. Кто-нибудь видит? Вы что, издеваетесь? Тут нет этого? Серьезно? А, вот, наверное. Ага. Вот чувствительность мыши вижу. Чуть-чуть вот так где-то, наверное. Но это, кстати, сильно больно. Живоглот просто не понимает, что охотится на короста. Да ёб твою мать. Живоглот не понимает, что охотится на короста. Просто это плохо. Вот она. Гарри, эту дверь можно открыть заклинанием Алахамора. Чтобы привести в действие волшебную палочку, нужно нажать и удерживать левую кнопку мыши. Пока наводишь палочку на цель, держи кнопку мыши нажатой. Кнопку мыши? Вот так. А Алахамора! Теперь отпусти кнопку мыши, и заклинание сработает. Хорошо. Вот она. Какой
бицилка в ящик поставил. Объясните мне, пожалуйста. Гарри, через эту груду вещей вполне можно перебраться. Этого человека надо уволить. Нужно просто идти в ее сторону, и тогда мы сможем вскарабкаться наверх. Серьезно, что за бред? Кто этот человек был? Его надо уволить. Гарри, если хочешь перебраться через слишком большой предмет, просто продолжи. Мы должны подпрыгнуть и перебраться через эти ящики. Ну ладно, ты первый. Иди вперед к ящикам. Щелкни правой кнопкой мыши, и ты подпрыгнешь. Давай соберем конфетки Берти Ботс. Фред с Джорджем дают за них всякие как классные штуки. Бегает. Думаю, надо убрать эту штуку с дороги. Или кто-нибудь из нас сможет сотворить заклинание Депульса? Запертый сундук. Ну и где теперь эта твоя крыша? Необычно что-нибудь лежит. Гермиона, используй заклинание Алахамора. Нужно открыть сундук. И долгие сундуки. Очень долго. Ну да ладно. Слава богу. Давайте подойдем к книге сохранения. Теперь, если с нами что-нибудь случится, все мы сможем вернуться назад во времени. Это отсылка? Алхамора! 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 Это же отсылка была на эти часы его. Потом не бегать, не собирать в земле. Не повезло. Короста убежала за эту стену. Кстати, Рон, занялся бы ты дрессировкой своей крысы? Ничего себе! Шкаф закрыт на волшебный замок. Придется колдовать всем троим. Я начну, а вы присоединяйтесь. То есть, если три символа, то начнем тренироваться. А, что это такое? Прогуливал уроки. Конечно же, это горгулья. Рон, освети комнату заклинанием Люмос. Люмос! Как много коттен. Просто делать действия, и тебя сразу останавливают. Это очень некомфортно. Кто-нибудь еще? Помнит заклинание Депульса. Депульса! 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 Молодчина, Рон! Да уж, здорово повеселились. Депульса! Алло, Хамара! Как они бегают просто отвратительно. Мне очень некомфортно. Круто! Шоколадные лягушки. Они помогут... Странный какой-то вагон. А что в этих клетках? Животные. Мы не должны здесь находиться. Мы же не можем бросить коробку. За мной! Фикс. Магия. О, вы только гляньте, кто здесь. Спотти и Визгли. Мне следовало бы знать, что это жалкое подобие крысы имеет к тебе непосредственное отношение. Драко Малфой, ты, значит, едешь вместе со всяким зверьем? Да уж, где ему еще искать себе друзей, как не здесь? На самом деле, мне бы хотелось тебя кое с кем познакомить. Вот теперь все здорово повеселятся. Это книга. Нет! Что это за кошмарная книга? Похоже, это экземпляр чудовищной книги о чудищах. Ну вот именно, это учебник наш. Заклинай страницы. Гарри, надо сбить их из воздуха. Риктусембра! 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 Нормально! Риктусембра! Бей книгу! Риктусембра! 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 Просто заспамил! Плохо! Ничего, если я сейчас закричу. Рон, тебе совершенно необходимо поработать над точностью заклинаний. Гарри, волшебная карточка! Как раз для моей коллекции! Если мы как следует обыщем Хогвартс, то сможем найти все 80 коллекционных карточек! Конечно, после того, как мы нашли коллекционную карточку, можно заглянуть в альбом. Нажми клавишу Escape и щелкни на изображение карточки в верхней части экрана. От тебя одни неприятности! Слушайте, давайте вернемся в купе, пока нас не хватились. И пошли!
логики. Может, пойдем отсюда? Запереть дверь? Ой, а что там такое? А что делать-то? Де пульсо! Де пульсо! Де пульсо! Больше ничего. О, вижу. Депульса! Да это не сказать, что помогает так. Никто из нас не прячет Сириуса Блэка под мантией. Убирайся! Дементор. Надо было фотографировать. Встреча с Дементором серии называлась бы. Пока некомфортно играть, это капцен на редко прям дикая. Ты делаешь шажок, и тебе сразу капцен новый. Что это было? Дементор. Дементор из Азкабана. Давайте-ка вернемся. Мы будем в Хогвартсе через несколько минут. Гарри, с тобой точно все в порядке? Все хорошо. Я в норме. Знаете, в фильмах будет потом дразнить то, что Гарри упал в обморок. Но в данном Гарри, случае... Гарри, Рон и Гермиона были счастливы снова оказаться в Хогвартсе. Встреча с Дементором не причинила Гарри серьезного вреда, но усилила терзавший его страх. Трое друзей поспешили на первый урок. Им не терпелось вновь приступить к занятию. Что как-то прямо резко все это. Я профессор Люпин, ваш новый преподаватель защиты от темных искусств. Тема нашего первого занятия – заклинание Карпе Ретракту. Классная татушка. Рон Уизли, подойди ко мне, пожалуйста. Я... Гермиона колдует куда лучше меня. Дибри. Рон, у тебя все получится. Прошу, тебе в эту дверь. А другие будут по телевизору смотреть за ним? Ну типа, а что это за урок, когда обучают только одного? Я, в принципе, до этого задавался этим вопросом, но тут это как-то прям... Выдернул одного человека из класса и все. И запер. Профессор Любин! Ну что, Рон, приступим к выполнению практикума по Карпе Ретракту. Выполняя практикум, можно собирать щиты. Можно. Некоторые из них хорошо спрятаны. Найдешь все 10 щитов, сможешь посетить призовую комнату. Если в первый раз ты не найдешь все щиты, можно вернуться сюда в любое удобное для тебя время. Когда ты найдешь последний щит, практикум будет выполнен. Что с нормалками? Что это за херота? Итак, начнем. Заклинание Карпе Ретрактум обычно используется с двумя целями. Чтобы подтянуть к себе какой-нибудь предмет, либо чтобы переправить к этому предмету себя. Найди статуэтку, которую можно заколдовать, сделай это и посмотри, что у тебя получится. Я знаю, что получится. Карпе Ретрактум! Де пульсо! И... О! Карпе! Карпе Ретрактум! Превосходно! Да. Заклинание Карпе Ретрактум подходит и для того, чтобы пользоваться рычагами. Кажется, на нее нужно воздействовать. И вот теперь прыгни на эту плиту. Примени на эту плиту заклинание Спонгифай. После этого она при помощи Карпе Ретрактум можно перемещать предметы по направлению к себе. Посмотри. Есть ли вокруг предметы, на которые можно воздействовать заклинанием? Если да, заберись на такой предмет. Давай сюда. Ты можешь прямо кидать? Да не кидай так, что-то баскетбол. Рон, через такие ямы вполне можно перепрыгнуть. Нажми и удерживай клавишу со стрелкой вверх, и ты побежишь в сторону ямы. Когда добежишь до самого края, не отпуская клавишу, щелкни правой кнопкой мыши, и ты совершишь прыжок. Серьезно? Де пульсо! Ну здорово! Что? Что случилось-то? Карпе Ретрактум! Алоханора!
Картофан. Карпе ретрактум. Некоторые веревки также поддаются воздействию карпе ретрактум. Попробуй карпе применить ретрактум его таким образом. Карпе ретрактум. Да я понял. Опа. Что? Это столько хп? А че это такое? В смысле, я так могу падать сколько угодно. Да ты издеваешься, что ли, чел, э? Давай. Отлично. Нормально. Профессор Люпин, что-то это существо выглядит как-то недружелюбно. Он, это чертик. Имей в виду, он кидается взрывающимися обычный хлопушками. В такой ситуации заклинания обычно бесполезны. Старайся не допускать, чтобы волшебные хлопушки сталкивались с тобой в полете. Когда они на земле, их можно поднять. Будь осторожен, если ты промедлишь, хлопушки взорвутся. Нет. Кидай свои хлопушки. Давай, Рон, посмотрим, получится ли у тебя подобрать хлопушку и кинуть ее в чертика. Чертик. Черт. 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 Профессор Люпин, вас черт залагал. Алло, Камора! Слышь, черт, давай атакуй меня. У, черт! Алло, Камора! Профессор Люпин, у вас проблемы. Он слишком обиделся на то, что его называл так. Черт! Давай, как его теперь активировать? Так, как можно? Давай-ка попробую свернуться и это развернуться. Бывает, может, поможет. ФПС, по-моему, не меняется тут. Слышь, черт! Алло, черт, прием, прием, черт. Свет, по-моему, ничего не делает. ГГ. Ладно, сейчас допущу, дай дозу. Так, сколько, 17 минут, то есть 13 еще. Я ее, короче, сломал. 13 минут, да, осталось. Она, короче, это, 16 бит вылетает. Профессор Люпин, что-то это существо выглядит как-то недружелюбно. Рон, это чертик. Имей в виду, он кидается взрывающимися пушками. В такой ситуации заклинания обычно бесполезны. Старайся не допускать, чтобы волшебные хлопушки сталкивались с тобой в полете. Когда они на земле, их можно поднять. Будь осторожен, если ты промедлишь, хлопушки взорвутся. Давай, Рон, посмотрим, получится ли у тебя подобрать хлопушку и кинуть ее в чертика. У меня чертик не работает. Я ничего с этим не могу сделать. Можно попробовать... Профессор Люпин, что-то это существо выглядит как-то недружелюбно. Рон, это чертик. Имей в виду, он кидается взрывающимися хлопушками. В такой ситуации заклинания обычно бесполезны. Старайся не допускать, чтобы волшебные хлопушки сталкивались с тобой в полете. Когда они на земле, их можно поднять. Будь осторожен, если ты промедлишь, хлопушки взорвутся. Давай, Рон, посмотрим, получится ли у тебя подобрать хлопушку и кинуть ее в чертика. Продолжаем выяснять, что за херня. Свидание. Пока что. Так, сколько там получается? Оставалось 13 теперь 11. Окей. Так, тут-то записывается. Я не вижу пока что. Икс. Давайте посмотрим, зависнет он или нет. Профессор Люпин, что-то да, это существо выглядит как-то недружелюбно. Рон, это чертик. Имей в виду, он кидается взрывающимися хлопушками. В такой ситуации заклинания обычно бесполезны.
Старайся не допускать, чтобы волшебные хлопушки сталкивались с тобой в полете. Ни хрена не бесполезно. Когда они на земле, их можно поднять. Будь осторожен. Если ты промедлишь, хлопушки взорвутся. Опа, заработал. Давай, Рон, посмотрим, получится ли у тебя подобрать хлопушку. Кирота, и... погоди-ка, секунду. Где? Поменялось, но это заметно. Кинуть ее в чертик. Отлично, Рон. Вот и все. Ну что ж, пора проверить, чему вы научились. Минута прошла. На экзамен? Замечательно, Рон. Отлично! Тыквенное печенье! Оно стоит гораздо дороже Хабара! Вообще ни о чем это было. Алло, Хабара! Конечно, навалом, нахрена их столько. Спанги! На гранату вместе. О нет! Надеюсь, этот шум не то, о чем я подумал. Алло, Хабара! Рикту Сэмпра! Один снит остался, да, получается? Рикту Сэмпра! Алло, Хабара! Блин, нахера столько лягушек, я не понимаю. Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Неужели кого-то эти пикси могут... Ух ты! Волшебный кекс! Победить! Фред с Джорджем дадут за него намного больше, чем за конфетки. Они даже урон не могут нанести. Зачем столько лягушек? Причем урон вообще не отходит. Депульсо! 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 Целый щит. Алло, Хамора! Конец игры, по-моему, дебильный. И, типа, надо собрать все, все сдать на отлично. Страшновато. Нормально. Как отсюда прыгать-то? Карпе ретрасум! Все, мышка, кстати, управляется удобнее. Карпе ретрасум! Бля! Я не ожидал, что он мне прыгнет так. Карпе ретрасум! Карпе ретрасум! Ну серьезно, я не ожидал то, что у меня после того, как зависнет, полетит. Карпе ретрасум! Так, не прыгаем. Ждем. Ждем. У нас есть время. А время, как вы знаете, золото. Карпе ретрасум! Это как было сейчас? Ты что делаешь? Карпе ретрасум! А как к нему-то попасть? Ага, вижу. Карпе ретрасум! Как это в катсцене показывали, как все попасть? Это было легко. Карпе ретрасум! Так, секрунка. Депульсо! Депульсо! Ну да, конфеты, конфеты. Карпе ретрасум! Депульсо! Опасно, шумно. А родители тоже молодцы, отправляют детей в непонятные места, где кучу опасностей, которые могут убить ваших детей. Ну, возможно, родители хотят избавиться от этих детей, поэтому и получается у нас вот такие школы. Профессор? Фига поджигает на заборе. Это огненный краб. Будь осторожен, он плюется огнем из из своей задней части. Да я лучше сказал. Чтобы опрокинуть его на спину, воспользуйся заклинанием Рикту Сэмпра. Потом, если потребуется, примени заклинание еще раз, чтобы сбросить огненного краба в ловушку. Рикту Сэмпра! Еще есть время. Рикту Сэмпра! Ребята, скажите, что отсюда есть выход. Отсюда нет выхода, это ад. Рикту Сэмпра! 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 Алло, Хамора! Блин, я как будто в шутер играю. Ну, типа, вот потому, как я действую. Карпе ретрасум! Опасненько. Отсюда лучше теории заговора. Тихо, вы. Рикту Сэмпра! Не летай. Рикту Сэмпра! Карпе ретрасум! Карпе ретрасум! Оба. Алло, Хамора! Тинг. Карпе ретрасум! Карпе ретрасум. Эй, куды?
Ага. Карпе ретрактум. Карпе ретрактум. Карпе ретрактум. Мы пройдем этот урок, успеем-то? А то я Рон скоркал, типа, могу урок назвать, типа, урок Рона. Риттю Сэмпра! Риттю Сэмпра! Риттю Сэмпра! Карпе ретрактум! Карпе! Карпе ретрактум! И как мне туда попасть? Карпе ретрактум! Карпе ретрактум! Надо было лететь дальше. Карпе ретрактум! Там, кстати, щит, но как-то попасть не понятно. Карпе ретрактум! Что? А! Я понял, видимо, понял. Карпе ретрактум! А ты хер его знает, как-то рискованно так делать. Карпе ретрактум! Не, он так не летит, стоп. Карпе ретрактум! Типа я хотел вот так как-то сделать. Карпе ретрактум! Но он не летит так высоко дальше. А как тогда? Вот эта штука? Дефунсо! А, ну да. Это все ясно. Дефунсо! Дефунсо! Тогда это легко. Это все очевидно и просто. Конфету дай. Карпе ретрактум! Там допрыгнуть надо еще умудриться, блин. А, ну тут легко. А тут еще проще. Нет? Внезапная загрузка просто на ровном месте. Мышка сразу к ней участвительна, не знаю, как связано. Рикусентра! 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 Пошел вон. Реально. Карпе ретрактум. Уж реально. И как я тут попаду? А. Карпе ретрактум. Алохомора. Нет, не кидай так. Ну, блин, ну теперь мне бегать, как дебил, собирать все этот мусор. И потом другие ученики спокойно все. Ходили и подсказывались на конфеты каких-то. Карпе ретрактум! Так она уехала быстро, я чуть не отпустил, там кто-то щит. Карпе ретрактум! Карпе ретрактум! Карпе ретрактум! Карпе ретрактум! Карпе ретрактум! Дверь открылась. Карпе ретрактум! Опа! Ну так. Дефунсо! Дефунсо! Что там? Дефунсо! Секретный проход. Ну как сказать секретный? Секретненький. Потому что его легко найти довольно. Карпе ретрактум. Ба, у него рука, конечно, плечо мощное. Блин, она вылетела бы нахер. Карпе ретрактум. Плечо у него, конечно, жесткое. Прям невероятно крутое плечо. Он, наверное, тренируется каждый день, сидит. Ой, бля, это не остановлено было. Слушайте, вы чё, чертик. Чертик. Держи. Рикусентра! 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 Чё ты сказал? Депульсо! Алохомора! Будто плюнул, что это было. Депульсо! А их четверо, что ли? Депульсо! Депульсо! О, я добился от него карточки.
Сколько время? 10 минут. Еще есть один. Это что такое? Типа быстрее пролететь? Картины, чтобы не заметил ли какую-то? Карта ретрактум! Дай пройти! Куда ты полетел? Карта ретрактум! Карта ретрактум! Депульсо! Карта ретрактум! Да хорош! Все, давай. Лучше плюнул просто. Карта ретрактум! Там последний щит, кстати. Карпе ретрактум! Я где-то пропустил один. Рикусемпра! Рикусемпра! Блин, а ведь они убивают вот этих вот животных. Просто за ничто. Они же просто тут жили. Просто спокойно жили, они взяли их убили. Это девяточка. Молодец, Рон. К сожалению, ты нашел не все щиты. Не чтобы попасть в призовую комнату, нужно собрать все 10. Ну что ж, если захочешь предпринять еще одну попытку, возвращайся в любой момент. Так вот. Это было потрясающе! Я летал, у меня рука на плечо. А где мы? Через эти двери мы можем вернуться к выполнению любого практикума. Рон, если хочешь, выполни еще раз практикум по Карпе Ретрактум. А еще мы можем пойти погулять по школе. Рон, иди первым. Почему? Ладно, допустим, мы здесь остановимся. На книгу, наверное, найти сохранение какое-нибудь. Да, блядь. Просто внезапные сохранения какие-то идут из загрузки. Слушайте, кажется, мы в боковой комнате. Я слыхала об этом месте. Через портреты можно попасть на любой этаж школы. Эх, где бы найти пароли? Гарри Поттер, ты-то мне и нужен. Привет, Фред. Бой? А где Джордж? Наверху, в магазине. Гарри, вот тебе подарок на Рождество. Карта мародеров. Она поможет тебе пробраться в любое место в Хогвартсе. Ух ты! Спасибо, Фред. Ты можешь воспользоваться картой в любой момент. Для этого нажми клавишу Tab. Ладно, идите со мной наверх. Я проведу вас в лавочку. Неправда. Место хранения. И за конец игры на данный момент. Окей, давайте там закончим. Первая часть полчаса идет, поэтому вот такие вот короткие серии. Пока следующая дальше уже идет по часу, то есть 50 минут. Окей, в принципе, да, по-моему, она как-то по сюжетному выглядит похуже. Уж не знаю, как-то странно это все выглядит. Очень частые перебивки на кат-сцены, которые не пропускаются, где обучение идет. Очень часто. Я сейчас не спать хочу. Ну ладно, ладно. Что я хотел сказать? А, ладно, не важно, давайте прощаться-то. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзор саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.